Сереж, вот скажи мне, пожалуйста, а с кем бы ты сравнил наш следующий дуэт? Так, дай как подумать. Ну, Анжелику Варум я бы, наверное, сравнил со Снегурочкой, потому что она такая изящная, легкая, как снежинка. А Игоря Крутого? Ну, соответственно, с Дедом Морозом. Подожди, ну какой же он Дед Мороз? Он же не старый, да и бороды у него нет совершенно. Но зато он, как Дед Мороз, всем мальчикам и девочкам из нашего шоу-бизнеса, которые весь год себя хорошо вели, дарит красивые песни. Получается, ты вел себя плохо, Сережа. Ну нет, просто до меня еще очередь не дошла. А я думаю, дело в том, что Анжелика не только вела себя хорошо, но и написала прекрасные стихи для этой песни. Так что, Сережа, бери пример. Постараюсь, Лера. Музыка Игоря Крутого, слова Анжелики Варум. «Опоздавшая любовь». На сцене Игорь Крутой и Анжелика Варум. Привет. Доброе утро. Вы надолго? День-два, Макс. Куда едем? В офис, потом разберемся. Ты и я прошли по пути. Сколько нам еще в рост идти, не было обид и измен. Я ведь не просил любви взамен. Пролилась вся жизнь, как вода. Нам с тобой не быть никогда. Это истина. Ищи добра от добра. Ты не скажешь нет, 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 я отвечу да, да, да. Ты в сердце навсегда, но опоздавшая любовь не согреет никогда. И в этом весь секрет, да. За тебя бы все отдала, стеблем бы в тебе проросла. Кто на мой вопрос даст ответ? Где ж ты раньше был столько лет? На небе взойдет та звезда, светит нам все года. Промолчим с тобой до утра. Опущу глаза, все, пора. Сердце скажет нет, нет, нет. Ты ответишь да, да, да. Мы вместе навсегда. Опоздавшая любовь не согреет никогда, и в этом не секрет. Да, сердце скажет нет, 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 ты ответишь да, да, да. Мы вместе навсегда. Но опоздавшая любовь не согреет никогда. Девушка, мы столько пересекались с вами сегодня, что нам пора поужинать. Вам не кажется?
А вы готовы подождать? Да. Тогда ждите. Для меня этот год знаменателен тем, что мы с замечательной певицей Анжеликой Варум сделали альбом. И, наверное, у нас на эстраде нет такой второй утонченной певицы и такой тонко чувствующей музыку, и еще тем более пишущей такие стихи. Поэтому для меня этот год очень знаменателен. В моей жизни было достаточное количество хороших композиторов, и наступил момент, когда в моей жизни образовался вакуум. Вакуум музыкальный. Я почувствовала, что мне дальше некуда двигаться. И когда я услышала пластинку Игоря Крутого «Мадемуазель Живаго», которую он написал для потрясающей певицы Лары Фабиан, я подумала, что эта музыка обязательно должна звучать на русском языке тоже. И я благодарна судьбе и благодарна Игорю за то, что он продлил мою творческую жизнь. Спасибо. С Новым годом! С Новым годом!